Доброе утро, мои дорогие. Сегодня последнее утро, последний завтрак в нашем отеле. Завтра мы уезжаем. Мы сегодня уставшие, потому что вчера ездили на экскурсию. Очень тяжелая экскурсия, надо было очень много ходить, а жарко. Но такая интересная, приехали с такими впечатлениями. В общем, будет что увести с отдыха, не только загар и любовь к морю. Будет что вспоминать. Мухи у нас появились, вот они летают, прямо на нету сил от них. Осень приближается, да. Вот. Завтрак у нас вот такой, девочки, сейчас я вам покажу, что мы тут завтракаем. На завтрак у нас кашка, чашечка кофе, пару круассанов, мы уже отъелись круассанчиков. Вот. А это колбаска, девочки, для котиков, которые приходят к нам на пляже. Вот, так что подкармливаем котиков. Их тут очень-очень много. Но на каждой территории свои котики и друг друга к себе не пускают. Поэтому тех, которые вот с другого отеля, котики, мы их кормим. Но уже отель начал работать, который рядышком, так что мы их передадим в надежные руки. Все, будем мы кушать. И пойдем на пляж, потому что дни жаркие, и позже уже станет очень жарко. А сейчас... Пойдем в город. Да, а вечером пойдем в город, потому что, когда мы покупали, нам надавали очень много этих самых денежек железных, таких этих самых турецких лир, и их надо как-то использовать. Пойдем есть мороженое. Да, и Алла хочет мороженое, я-то его ела уже. А она... ела в старом городе, да, она ела в старом городе, а я не хотела, потому что боялась, что я потом водой обопьюсь, потому что невозможно было идти. Жарко очень, в старый город, девчонки, какой он красивый. Очень жаль, конечно, там можно было какие-то сувениры купить, и обувь, и платье, но экскурсовод нас вела... Прямо побыстрее, потому что мы еще катались на катере. Или на чем? На пароходе? Катер или пароходик такой. И очень долго катались, меня укачало там, что я уже к концу этого самого не могла дождаться, когда мы обратно приплывем. Что-то мне так нехорошо уже было. Но девочка-экскурсовод дала мне какую-то... Самое что-то побрызгало мне на руки лимонное, сказала потереть лицо. И это помогло очень, очень-очень хорошо помогло. Вот. На канатной дороге катались, в общем, впечатлений моря. Все. Отключаюсь, будем кушать и пойдем на море. У нас проходит завтрак. Очереди небольшие. Даже сами. Народ может себе наложить что-нибудь в тарелочку. А могут вас и обслужить. В маленьких упаковочках вкусности разные, которые можно добавлять в кашку или в йогурт. С утра людей вообще немного. Кофе мы наливаем сами. Чай мы наливаем сами, водичку тоже, так что все у нас прекрасно. Все прекрасно, все замечательно. Какая красота! Ну подойди поближе, ну дай тебя сфотографировать. Красавчик! Какой окрас интересный. Кс-кс-кс-кс-кс. Не хочет, но спрятался. Красивый ты, красивый. Толстенький, хорошо. Видно, его тут подкармливают за его красоту. Последний день на море, последний. Море сегодня хорошее, ласковое, теплое. Уже
12 час, стало жарко. Наверное, надо уходить уже с моря. А не хочется. Потому что завтра мы уже сюда не придем. Завтра мы уже полетим домой. И будем опять мечтать, собирать деньги и мечтать, что, может быть, мы на следующий год опять к нему прилетим. До свидания, наше морешко. Ласковое, теплое. Такое хорошее-хорошее. Пляж готов к открытию сезона. Посмотрите, как готовится к принятию. Лежачки по два штучки на расстоянии. Повешали какие-то опознавательные знаки. Флажок повешали, что это их пляж. Вот как. И второй день убирают, моют. Ну, люди придут, передвинут все всем, как что надо. Так же, как и с нашей стороны. Все, кто хочет поближе к морю, кто туда хочет. Но, вероятно, придет комиссия принимать, поэтому все вот так вот четко сделано, как надо. Все работники в масках. Бедные, это так тяжело целый день по такой жаре в масках ходить. Красота. Красота. Последняя прогулка по улице Лиман. Последняя трата денег. Пока еще ничего не купили. Везде торгуемся, а они вредные не уступают нам ничего. Уступают, но не столько, сколько мы хотим. Вот. Фонтанчики не работают. И вообще очень жарко. Мы выбрались в жару, потому что 35, потому что потом надо собирать чемодан и смотреть, что туда войдет, а что не войдет. Ой, против солнышка выскочили мы. Выскочили против солнышка. Народ днем не гуляет, потому что жарко. Это о дне мы выскочили сюда на прогулку на эту. Потому что нам завтра вставать 3:30 утра. 3:30 мы уже поедем. За нами придет автобус. И мы поедем в аэропорт и домой. А домой уже хочется. Хотя и на море хорошо, и гулять здесь хорошо, и отдыхать хорошо. Но и домой уже хочется. Фух. И очень-очень жарко. Ну, 36-38. Нагрелись, а у нас сегодня списались с нашим домом и узнали, что у нас всего лишь 14. Вижу кружечки. Что кружечки. Керамические, да? Нет, вот эти, да. Эти по $8, ну, скидка делает. Дальше. Нет, чем дальше, тем мех дороже. Чем дальше к вам заходишь, тем у вас еще больше дороже. Нет. Чем дальше идешь, тем дороже. Так, а турка, сколько вот эта турка стоит? Сколько вот эта турка? Так, вот это. Вот это, да? Да, вот это. Ой. Все побили. Слава богу, ничего не разбилось.
24 доллара. Веселей. Веселей. Тут 24, там 10, тут 24. Пойдем на такая. Такая. Да. Отдавал за 10. Отдавал за 10. Нет, может быть, нужно. Нет. Вот такой форме. Да, конечно, она тяжеленькая, я знаю. Знаю, что она тяжеленькая. Не может быть, она. Ее приход около 15 долларов. Ну да, у него тоже стоит там 22 доллара, но. Так как мы, ну не знаю, мы уже у него много что покупали, поэтому он, наверное, так вот нам решил сделать такой вот подарок, да. Решил сделать нам, наверное, подарок. Но мы хотели еще дешевле. Какую цену? Вы видеоблог снимаете? Почем ты покупали, уважаемый? Кружечку такую почем брала? 3. За 3 доллара? Да. А вы сразу 8, мы вам скидку, что он нам сказки рассказывает. Розовые я купила. Нет, мы если будем дружить. Вот ты бы подошел 5, половину дают. 2,5, дают, когда 4,5, ну что я там скидка делаю. Ладно, пойдем еще пройдемся. Чаи уже брали, чаи покупали. Чаи мы брали в прошлый раз, я чаи не пью, я пью только кофе. Кофе у нас большой, Боба. Уже пол чемодана. Вот посмотрите, уже пол чемодана. Сколько выборы крепкие, средние, сахаром, без сахара. Мы взяли вот в банке, средний, в большой. Сахаром. Я всегда, когда приезжаю, беру большую банку. Да? Да. Желтые, да? Да. Коричневые, так да. Сказать. Они очень вкусные, кстати. Самое вкусное. Серьезно, кофе, да. Подойдите, ну заходите. Я уже все купила. Пол чемодана кофе. Один интересом уже смотрите. А я вижу и так. Интересуйтесь, гуляйте. Вот. Мы просто вот решили, что что-нибудь уже... Переправы покупали? Приправы нет. Приправы я не покупала, я только купила эту самую, как это называется, лаванду. Лаванду для мяса, купила. Для курицы, для рыбы. Я не ем мясо. А для суп? И суп не варю. А что вы кушаете тогда? Кашу, творог. О, без масла, без диетического. Нет, с маслом. Ну, да, а что-то, йогурты какие-нибудь, ой. Мясо я уже, наверное, для здоровья, короче. Да, лет 20 не ем, потому что да, жалко да. Коровку, жалко свинку, да. Вот, поэтому... Все наши маркеты снимайте, снимайте. Пойду, пройдусь. Ну, выбрала ты себе что-нибудь? Кофе? Пол чемодана кофе у нас, да? У нее чемодан вообще не закрывается. Она хочет больше чемодана. Сладость это радость, серьезно. Сладости для радости, очень-очень вкусное все. Очень. Вот сладости мы любим, это да. Не, ой, уже напробовались. Вот такие мальчики, тут обижаете, серьезно. Мальчики красивые. Ну обижайте, не пробуем. Надо пробовать. Она хочет вот эту вот. Сейчас вот молодой парень будет помогать, цена тоже будет сказать. Смотрите, какое чудо на дереве. Бананы. А вот это что? Это цветочек, наверное, такой. Какая прелесть! Какая прелесть! Давай. Мне денег нет. Знаешь, какие у меня остались деньги? Смешные. Это я сама расчалился. Ага. Ай, опять, ну что это такое? Пойду в магазин. Все, не дам, все, не дам. Спасибо. Спасибо.